Ебать! А, отошел от этой милой леди! Блять! Эти маневры мне тяжело даются. Ать! Ать! Я сейчас отомью по-быстрому. Не обращайте внимания на меня. В лобби-отеле на столике лежит журнал получения прочности скейта и прыжок на нем. Жестко. Взнос. Сыграть в покер в убежище. Ну, раз приглашаю. О, ебать. Ну что, давайте коллективненько, ебать. Первая сдача. Блайнды по 1000 и по 2000. Нормально, живем, ебать. Блять, у него крайние тройки. Нет, восьмерочку! Восьмерочку, блять, пожалуйста! О, нет, мы в дерьме. Ёбаный рот этого казино, блядь! И рыцарь, сука, только попробуй, Джек! Охуеть, блядь! У пацана тузы, он сидит молча. У него четвертой карты туз заезжает ему, он, блядь... Чек, ебать! Охуеть, как он играет! Я не могу его прочитать вообще, блядь! Что надо от меня там, ебать? Какие проблемы, нахуй? Кол, конечно, блядь, вам пизда, хлопцы, блядь! Ой! Сердючка заулынила, как бы, блядь, на, еще не было, блядь, первых трех, все, сердючка улынет. 8-4, она улынет с 8-4, и ей четверка заезжает между делом, блядь, четверка ей заехала. 8-4, улын, плюс кэш, я неправильно играю в эту игру, блядь, похоже, я типа что-то не понимаю, ебать. Пожалуйста, пику, блядь, пожалуйста, я все прощу, игра, дай мне одну пику. Одну, один из четырех. Да мне поебать, 2000, блядь, давай, нахуй, играем. Пожалуйста, блядь, шанс не так. Ай-яй-яй. А, блядь, сосать все равно. Сосать. Нет, нихуя. С4 пики. А, это трефа еще, нет, это пика, тоже с двумя пиками, ебать, зашла. Ой, блядь, подруга. С парой троек просто, сюда, нахуй. Поздравляем, блядь. Ублюдка с карманными пятерками, блядь. Поздравляем коллективно, нахуй. Поздравляем, Джек, ты действительно всего добился своей жизни, сука, сам. Я ебали бабу, блядь. О, ебать, хорошая карта. Очень хорошая карта. Блядь, а можно я коре ебальник-то начищу, блядь, а? Пожалуйста, очень хочу. У меня олын, блядь, до карт, нахуй, все улынят, ебать. Что происходит? Десятка, блядь. Десятка очень хорошо будет. Ну, пожалуйста, блядь. Ну, хоть раз в жизни заедь десяточка. А, ебать. Бежим, нахуй. Бежим с этого стола. А, у меня три. Блядь. У меня три осталось. Сейчас поиграем, ебать. 9-6, ну шо, большой блайн 3. Ааа, блядь. Ебать, я ебу его, у меня пара девяток. Только не заезжай, дама, пожалуйста, не доезжай. Ну только не дама, и все хорошо. Соси, Джек. У меня 6. Еее. Ща подъемчик, блядь, будет, нахуй. Сейчас 6-12 будет следующий. Сейчас малый блайн заплатим, ебать. Туз-туз. Пошла карта, когда надо, ебать, с тузами карманными посижу, ебать, что еще, что расскажешь, нахуй, игра, опа, 18 кэша, ебать, сюда. Много чего неприятного произошло в последнее время в Activision Blizzard. Но один их всемирный зашквар пока ничто не затмил. А ну. Да, я про тот самый смехотворный анонс Diablo Immortal, презентованный слишком уверенным в себе азиатом. Да поебать, беседа все перекрыла, про эту хуйню уже никто и не вспоминает. Diablo Immortal, Diablo Immortal, Fallout 76, ебать, Skyrim на холодильнике, все уже забыли про который это. Который понял, что он делает что-то не так, уже на сцене, и то лишь на несколько секунд. Его тупость и отвага были столь велики, что если бы он свое время защищал Вьетнам, то сбивал бы пальмами вертолеты и закончил войну в первый же день. Потому что этот азиат – настоящая машина для уничтожения веры и надежды в радиусе всего земного шара. Начнем с того, что его интригующие словеса, широкоразутые глаза и источаемый пафос, ну не... Так, вот эту хуйню сейчас ты, бля, полегче опять. Ты, блядь, очень нетерпимый человек был, жаль. Мы тут таких нахуй не любим. Не любим и не любим.
Попроще будь. И как не вязали, тебя люди смотрят. С гринделкой для мобилок по знаменитой франшизе. Потом он настолько прямо сказал на весь мир, что никакой Diablo 4 не разрабатывается, что странно, как он не проломил сцену своим железобетонным пахом. И даже после того, как недоумение и злость людей физически не смешно ощущалось даже через экраны мониторов, этот Азиатрон 9000... Ой, как не смешно, прям совсем мой, прям мой караул, прям... Умудрялся еще и стебать многомиллионную аудиторию фразой в духе: «Вы че, идиоты? У вас нет телефона, чтобы играть?» Если это была не месть за Хиросиму и Нагасаки... Да ебать тебя, нахуй! Ты можешь, блядь, нормально вести диалог с человеком, блядь, или где, нахуй? Я не... Ты спокойно, блядь, спокойнее будь! Какие... Ёбаный свет, нахуй! То я даже не знаю, зачем ему нужно было устраивать такой массовый подрыв жоп по всему миру. PlayDiablo4.com, ну-ка. Блять. Смешно, суки, смешно очень. Игра, которая... О, ребята, чего есть поесть там у вас? За деньги, конечно же, не просто так. Маска с говной жопой, зомбрекс по полтиннику, супергитара, ручной пулемет за 20. Блять, что, взять пулик, наверное? Хотя, ну его нахуй. Ой, бать. Здорово, мудила! Кона, пожалуйста! Это так по-американски, ебать. Заходите все. Ну, можете в поиске набрать RV666 и залетать. Вот, вот и стоило раду дрочить вот на этой залупе с 20 людьми, блядь, с FPS-ом 40? Ну, я пострелял, я доволен. От третьего лица доволен собой, да? Почувствовал? Не-не-не, ну там были моменты, когда меня пиздили, я разворачивался и пиздил их. Ты любишь мужчин, скажи правду? В каком плане? Вот, просто, скажи, да, нет, любишь ты мужчин? Да. Все, я полностью понимаю тебя теперь. Поиграл на сервере, любишь мужчин. Пасьянс сошелся. Больше ничего говорить не буду. Блин, это зависит в каком плане, чувак. А в каком плане ты любишь мужчин? Ну, по-дружески, по-человечески. Вот ты мужчина, Алькор? Ну, допустим. Я тебя люблю. Бля. Не можешь добиться от Маши этих слов, да? Хоть тут услышал. Прямо вот ножом вот по сердцу, ебать. Да нет, а шо, Раду. Просто от Радуги это слышать гораздо... Приятнее? Да! Это же крепкая мужская дружба, что может быть приятнее? О, ебать, что это? Булгари. У меня есть духи Булгари. Шакнусь. Бля. Бля, какой мужчина, бля. Сука. Я нашел духи на столе. Ой, ебать, булгари. Как пахло, бля. По Youngblood. Не-не-не, нахуй Youngblood. Забудь, блядь, про эту игру. Я уже даже обзор написал одним словом в Стиме. Очень хороший, кстати. Если вы... Вы, наверное, почувствуете то же самое. О, про Mount & Blade еще можно попиздеть. Точно. Хотел сказать про Mount & Blade. Сегодня я просыпаюсь, знаете, о чем? Потому что мне Лиза будет и говорит: слышь, ебать, вставай, Ержан, там Mount & Blade 2 бету раздают. Я такой: да я знаю, говорю, там мультиплеер. Типа, дай еще поспать. Типа, мне неинтересно. Говорит: нет, там синглплеер. Я такой: что? И побежал включать компьютер. Но до сих пор не нашел никакого даже пруфа на то, что это был синглплеер. Это оказалось похоже на ёбка. Там кто-то написал, что играет в синглплеере. Лиза ему поверила, и тут-то пошло-поехало. Но типа, там добавили какую-то новую бету. Там даже можно скачать ее, но, по-моему, там нету. Не должен работать синглплеер. По крайней мере, я так думаю. Разбудило, да. Знаете, как меня мама в детстве будила? Не знаю, как у вас, но у нас в Севастополе снег — это нечастое явление. Это бывает, конечно. Зимой, может быть, день, может быть, два, может быть, неделю. Иногда, может быть, там, пару недель. Но нечасто. И не каждый зимой далеко. Юга хули. И вот зимой, когда я не хочу идти в школу, или в детский садик когда-то, мама говорит: сынок, ебать,
посмотри в окошко встань, смотри, снег идет. И я такой, ебать, снег! А-а-а! Подбегаю к окну, а все, нет снега. А постелька, она уже, с ней готова все, ебать. Там лежит моя бультерьерша уже. А с бультерьершей в кровать лучше не ложиться, потому что она тебе спать уже все равно не даст. И это я не про то, что вы подумали, она беситься на кровать начинает. И вот такая наебка, блядь, срабатывала со мной на протяжении, блядь, лет 5, наверное. С 5 до 10 работала безотказно. Потом-то я уже прохану, говорю, да, расскажи мне, маман, ебать, снег, да. Что там еще, может, Санта-Клаус, как, ну, блядь, Дед Мороз приехал на санях, сейчас мне подарит новый Xbox. Нет, не подарит. Черт возьми. А в детстве, когда я прям совсем маленький был, меня наебывали, я же думал, я в Дед Мороза верил, блядь, Дед Мороз есть, подарки, Новый год, вся хуйня. И мне говорили, блядь, сынок, ебать, когда Новый год уже отзвучал, говорил, а ты посмотри это, типа, там салют разве еще не закончился? Сходи на балкон, если что, нас позовешь. И я, я там 33 котика, я, салют. И потом возвращаюсь и говорят, ах, ебать, проебал Деда Мороза, лох. А он тебе, смотри, что принес. И я такой, бля, водила. Наебки моих родителей бесценны, если честно. Жиза, так со многими, видимо, делали. Опытная хуйня была. А наученные родители что-то знают опытным путем. Макс спрашивает Сиву. Можно. У нас есть 4. Я бы ща эту катку докатал. Дал задание ковру и пошел в цифру. Оу. Нашел таки. Бля. In Stalker, V'zone is a man-made disaster through some psychic pseudoscience bullshit, which I honestly suspect is just an excuse to make you go through the worst linear sections of the game, because Ivan spent a lot of time making those 3D models through the worst linear sections of the game, because Ivan... Иван Василевский, СЦ Геймворлд, ведущий 3D, блять, художник, потратил, говорит, дохуя времени на создание модели. Ведущий, блять. Spent a lot of time making those 3D models, and by God, you're gonna appreciate it. If you have the 200 plus IQ necessary to get past that rough beginning, Clear Skies is probably the hardest of the three. The game does not give a shit how much it froze at you, but holy fuck, it has some of the best and most drawn-out firefights I've ever experienced in a single-player shooter. Of course, in terms of atmosphere, the first game really set the tone. It's never too much, it's just the right dose of Soviet era depression bleeding into your senses. Just keep in mind that the base game took a billion patches to actually run stably half the time. Stacking mods on top of that is just asking for trouble. XR engine is an engine that may work one day and blue screen the next. It's internal work is a subject of speculation and mystery, even to the Ukrainian computer engineers who originally coded it using Microsoft Paint on Windows Bandera. The engine is sensitive, видели худ какой? Using Microsoft... Видели, вон мини-карта, смотри, три бандита, блядь, перед тобой. На мини-карте. Слева снизу выносливость, ПДА, патроны, пистолеты, ты стреляешь в них. Видишь, все как в сталкере. Of paint on Windows Bandera. The engine is sensitive, fragile and fickle. And if it really completely stops working, I recommend you roll back your NVIDIA drivers, which somehow magically fixes everything. I understand that this is the most poorly structured and ill-advised review I've ever made, but I thoroughly recommend every Stalker game, and I especially recommend you to read Roadside Picnic. You can buy a copy of each game for about $1 a piece, and the English translation of the book is, of course, available online for free. The games defy explanation, and capturing the feeling and tone of them is not something you can recreate by video alone. It's a lot of fun, and well worth experiencing at least once in your life. Максим не может бота фотографировать. Ты, блядь! Ты видишь эту карту, блядь? Ты видишь, что нахуй стелется? Стелется вот буквально все, кроме того, что нужно, блядь. 3-5. Вот она с этим улынет, нахуй, блядь.
И я нахуй заулыню, блядь. Я же могу сейф скамить, ебать. Ксердючка в деле, блядь. У нее 7-8. Она заулынила со мной. У нее 7-8 разномастный. И ей вылетает восьмерка, блядь. Она мой улын колет нахуй на 7-8 разномастный. И ей восьмерка стелится, блядь. Ей восьмерка стелится идеально, нахуй. Идеально, блядь. Камон, блядь, что это за хуйня? Френдли покер, блядь. Френдли покер, нахуй, блядь. 7500, Вудру, бля, давай, или иди нахуй, или 7500. Молодца, все, смотрим, блядь. Охуеть, охуеть, это со мной происходит. Давай, или чекай, или иди нахуй со стола. Домой, блядь, шо ты. Играем, блядь, играем. Хорошо, блядь, даже не пришлось ничего делать, ты сама себя убила, блядь, нет проблем. Дайте еще 4, блядь, или дайте еще короля. Шо у нее, S10. А у нее тузы. А у нее тузы! А что делать, блядь? А что делать, у нее с тузами она сидит, коза? Заебись, блядь, живем. Какой покер, блядь, она будет убивать. У них, блядь, туз, блядь! Давай, нахуй, играем ты или чмо, блядь? С карманными парами, да? То же самое, что и у меня. Один, сука, в один, блядь! Вы что, блядь, колоду в киоске реально покупаете, суки? 4 туза, блядь, нахуй, у вас там у одной 2, у другой 2. Король дама. Вы ебанутые, блядь, чешо. Туза положи, блядь. 7, 8, 9. Ну, с кикером тузом, сейчас я с ними посмотрю. Давай, нахуй, что там у тебя? Кикер туз, блядь, у кого больше? А у нее семерки. Класс. Семерка доехала. Последние карты, семерочка доехала. Нормально играет Кристин, да? Блять, отличная игра. Отличная, нахуй. Сидят ни с хуем, блять. Ёбаные нихуя у них. Нихуя. 25 тысяч, блять. 30 тысяч. И последней пятой картой семерка. На, нахуй, блять, дорогой. Чё такое? Так, сука, и в жизни миллионерами становятся, я уверен. Так и в жизни становится миллионер. Весь этот покер, это, блядь, это ловушка, блядь. Это ловушка. Ловушка пиздец какая, ребята. Не играйте, блядь. Вы видите, что происходит, блядь? Вот поставишь хоть что-то, заберешь банк, блядь. Одна пара, наверное. Король! Королик пятый доехал, блядь. До этого сосали бы на кикере на тузе все. Королик пятый доехал. Пятой картой. Нормас? Нормас? Играем в покер, ебать. Пара семерок вам пизда, суки, блядь. Сейчас я с карманными семерочками-то вас разъебу, блядь. Ну все съебались, естественно, блядь. Давай, я знаю, сердючка, блядь, all-in заколет, нахуй. Играем, похуй. Все, смотрим. У нее туз, у нее два... И третий туз на столе. Блядь, что происходит? Что происходит, блядь? Я не сплю, это серьезно, это правда? Это правда, блядь, происходит? Шо кого, блядь? Шо кого, блядь? Эй, какой опи-оп. Помаши чатику. Скажи Радуге привет. Привет, Радуга! Ого, привет, собачка. Ты пытаешься согласить моего пса? Собачка. Нихуя себе. Здравствуй. Бля, ну так долго, ёбаный народ. Ебать. Радуга соблазнитель псов. Ты ему скажи, что твой пес, что я, бля, с твоим псом, это не дешевое удовольствие. Кстати, правда. Я хочу услышать всех гашистов! Всех! Сейчас будет нормально! Ваша любимая фразочка уже здесь! S! S! A! W! A! Пошел флекс! S! A! S! A! W! Проебал! Ну все, у Коры бубна, блядь, есть 100%. Пизда Джеку. Да, у нее бубна, и у Кристин тоже есть бубна.
но, видимо, я там ту старший, не совсем понимаю, ебать. Две пары? Подожди, Корби же две пары. А, я дурачок, ебать. Я уже вообще нахуй не в игре, ребят. О чем я говорю, блять, вообще непонятно. Не слушайте меня. Ебать, секс! А как тут вообще в игру-то играть, блять? Когда перед тобой такой секс сидит, нихуя себе. Да, мой пеструн, он растет. Чат Пандаренов смотрит документалку про искусство ниндзюцу, то есть... Прочти описание ботинок. Very gay shoes. Понял.